Всем привет, народ. Вот, сидел вчера в интернете и пришел на почту, значит, там рекламка. Когда-то давно я сидел на Форексе, вот конкретно на Форекс.ру. Вот, и что-то вечером сидела, так сказать, делать нечего было, думаю, ну дай загляну вообще, как там поменялось, как там что. Вот, и что я, в принципе, увидел? Я увидел то, что я как бы торговался, да, ну, на маленькие суммы, и понял, что это не для меня, не из-за того, что, скажем, я там все деньги потерял, нет, но, во-первых, большими суммами, ну, как минимум большой опыт нужен, чтобы торговать, да, во-вторых, я не располагаю, возможно, очень большими суммами, потому что, как в принципе нас учат, ты инвестируешь деньги только те, которые ты, с которыми ты готов распрощаться, скажем так. То есть лишние твои деньги, а, как правило, лишних денег ни у кого нет. Вот, значит, это большой стресс, значит, я там торговал, я не помню, у меня там 5-10 баксов было, то есть я там торговал, может быть, до 70-80, но, во-первых, это заняло кучу времени, потому что я торговался на центе, то есть здесь есть сервер цен, то есть ты, например, кидаешь $1, ну, грубо говоря, да, а у тебя будет показываться как 100 монет, скажем так, да, то есть и ты торгуешься на сотню эту, ну и, соответственно, твой доход будет от сделок там цент, может полтора, может даже меньше, ну 5-10, смотря в зависимости от вашей стратегии и риска. Вот, я торговался, мои сделки были там по 5-7 центов максимум, то есть я торговал так месяц, то есть доторговал до суммы, я не помню, где-то $70, то есть это я увеличил, скажем, свой капитал там в 7 раз, но я столько стресса себе сделал, да, за каких-то там $50-60 всего, ну, я не знаю, я не вижу в этом смысла. Соответственно, Форекс я забросил. Вот. И вчера я наткнулся на такой вот раздел «Инвест». Значит, «Инвест Пам сервер», о, сервис и «Копирование сделок». Значит, ну, копирование сделок, ну, в принципе, я думаю, и так будет плюс-минус понятно. Удачные трейдеры, я не знаю, не то чтобы, может быть, опытные, и, значит, которые знают, как торговать, либо им очень везет, ты, значит, можешь сам не торговать, а выбрать для себя подходящую, то есть тут очень много смотришь, вот кто там сколько сделал, значит, с каким риском это сделал. Если тебе нравится, ты просто нажимаешь, заходишь. Можно, вот, ну, я не знаю, давайте посмотрим. Вот, сделал общий рост 4000, 20%. Много, да? Нажимаем. Значит, смотрим. Угу. Вот, значит, как торгует человек, смотрим, значит, 1000% майнус 60, там на 100%, на 6 пока что, да. Но, значит, вот торгуется, вот видите, да, 262 человека, значит, подписаны. Как видите, ну, то есть это сколько денег свободно, значит, 112 дней она торгуется. То есть это четко, значит, мы можем, вот, например, я не знаю, 2 бакса, ну, тут минималка есть, да, а вот минимум долларов, значит, давайте поищем, где нету минимум, потому что я вчера такие находил, где можно 1 бакс, 2 бакса поставить, скажем. Так, здесь минимум 63, там нам не годится. Смотрим меньше, значит, 5 баксов, вот минимум 5 баксов, например. Ну, почему бы нет, да? 5 баксов положили там на, не знаю, 2 месяца. Ну, вы увеличите свои, значит, за 2... Ну, короче, чтобы вам 1 бакс получить назад, вам надо 3 месяца ждать, вот, торговать. Ну, как бы, да, такова реальность. Значит, соответственно, я вернусь обратно на первый. Трейдер, значит, как
считает калькулятор. Калькулятор считает за весь, ну, за всю историю, да, то есть он высчитывает среднюю, значит, доходность. Ну, вот, допустим, у вас есть 50 баксов, вы ставите 50 баксов, значит, через даже те же самых 7 дней, теоретически, потому что калькулятор считает вот за последние 6 месяцев, да, то есть нет гарантии, что будет, может больше, может вообще 0 будет. Ну, тем не менее, да, значит, через неделю у вас должно быть доход 8 баксов, то есть вы обратно получаете 58. Не знаю, что я сделал, значит, это один вид, да, и, трейдинга, и еще, еще, сейчас я зайду, значит, Forex for you, секундочку, я тут, ладно, значит, есть памщита, вот только я, ага, да, так, сделаем вот так, должен, блин, не открывается сразу же главную страницу моего, к сожалению. Значит, что такое памп-счет? Значит, вот мы заходим сюда. У меня даже еще и не на русском пишет. Вот это интересно. Значит, лидер, поддержка панель. Так, управление. Нет. Странно, ну да ладно. Почему на английском пишет? Не понимаю. А, сейчас мы сделаем, попробуем поменять здесь. Ага, ну вот, получилось. Значит, что такое памщик? Значит, общая информация. Давайте посмотрим сначала. Для инвесторов, скажем. Да-да-да. Короче, так, мы так и не получили. Понятно, ПОМ-сервисов, управление инвесторов, значит. Ну, как же ты не пишешь? Ага, вот, есть. Значит, что такое ПОМ-сервис? Значит, есть, опять же, такие, какое-то лицо или группа, которая торгует. Значит, ну, я рассматриваю... Вы поймите, да, и только инвестора, да, потому что, я еще раз говорю, я не умею торговаться или имею минимальный опыт, соответственно, я на данный момент рассматриваю, как вложить куда-то лишние средства. Значит, для меня вот PAM-сервис, значит, неплохое решение. Значит, принцип такой, если управляющим 1000, вы вложите 2000, соответственно, соотношение будет 33 к 66, то есть 66 у вас, ну, к примеру, на одну неделю. Значит, вот вы ложите, значит, общая сумма у вас будет капитала у управляющего 3000, но ваш 66, 33, значит, ионные, да, значит, он торгуется на неделю, теоретически, да, и за неделю делает доход, значит, 1000, соответственно, общий капитал стоит 4000, значит, вы получаете 1000 умноженную на... То есть 66%, то есть за месяц, за неделю получаете 666 долларов. Значит, и вам возвращается 2666, значит, денег. Вот. Ну, естественно, будет небольшой налог. Вот. Ну, как бы с этим и так все понятно. Давайте посмотрим. Пам-пам-пам, сервис, где он есть, лидеры, пополнение, аналитик, клиент. Что ж такое сегодня? Вот. Значит, вот список. Я только не понимаю... Он меня скидывает почему-то все время сразу же на копирование сделок, а не на пам. Ага, вот. В
Еще информация, значит, к инвестору. Я согласен, значит, с этим условием. Значит, вот мониторинг всех сервисов. Это доходность, значит, по процентам. И ну, сколько, то есть просадка была. Ну, например, я смотрел для себя Lightning of the Moon. Значит, Lightning of the Moon. Значит, давайте посмотрим. Заходим сюда. Странно. Что-то он больше не предлагает вложений. Печально. Ищем другого. Назад к этим. Ай-яй-яй. Тринити. Давай посмотрим. Значит, она предлагает минимум 50 баксов. Ну, достаточно для меня это большая сумма для начала. Ну вот, 20 баксов, например. Почему бы и нет, да? Ну, на неделю. Давайте посмотрим более подробно. Ага, история, давайте торговли посмотрим для начала. Вот, я просто сам сейчас первый раз все смотрю, и соответственно, тут тоже немножко, так сказать, зависаю. О, минус 1000 он сделал. Ну, не повезло, то есть это достаточно много. Это он делал 27-го, минус... 300, минус 100, минус 30, минус 1000. Так что, что-то он тут... Следующее, что у меня там есть. Минус 1000 прибыль. 700, минус 600, 900 прибыль, 400 прибыль, минус 2000 прибыль. А, buy сделал. Купил и продал. Ну, то есть, нет, то есть он сделал прибыль. Это 3800, ну, да, динамика, значит, доход. Доход у него, в принципе, значит, есть, но вот вы можете посмотреть здесь, в общем, всю информацию. Вот о нем я вот сам тут сижу. Высматриваю. Ну и, соответственно, вот сами инвестиции, вознаграждение от прибыли. Значит, меня интересует, вот видите, количество инвесторов. Соответственно, чем больше инвесторов, тем вам спокойнее. Ну и минимальное вложение. Ну, минимальное вложение вот 20 баксов на 4 недели. Значит, на месяц 20 баксов надо положить, да? Ну, давайте попробуем. Попробуем что-то куда-то вложить. Значит, как вы думаете, куда? Я хотел очень сильно Lightning of the Moon поставить, но почему-то, по каким-то причинам, у него больше нету предложений. Не знаю почему. Что-то у него не пошло, либо он просто обнулил сейчас все и... будет ждать нового, не знаю. Ну, давайте других будем смотреть. Значит, Chance. Знаете, еще что я смотрю? Я еще смотрю, что еще у кого большого капитала нету. Потому что доход, вот, например, здесь 100 баксов капитал управляющего. Если, соответственно, вы получаете процент, я положил 20, получаете больше процент, нежели если у него будет... Чем больше денег у него будет, его наличных, тем меньше вы будете получать. Вот. Как-то так. И
И мы поищем Alco Invest. Alco. 20 баксов вознаграждение управляющего. 20%, да? Так, что у него тут есть? Давайте смотреть. Эквити. 1000 у него сейчас. Все-таки я вложу первый chance вот этого. Давайте попробуем на неделю поставить. Сумма инвестиций. Ну, давайте. Вот у меня 24 есть доллара. Бонус. Почему бонус 10%, а если мы поставим? Подождите. Так, а если мы поставим 40% в неделю, 40% 4 недели, бонус будет больше или нет? Нет. Ладно. Так, ай-яй-яй. Значит, заходим еще раз сюда. Chance. Внести минимальный. Так, соответственно, я меньше получу, да, то есть, чем больше я вкладываю, тем я больше получаю. Ну, да, это как бы логически. Ну, давайте вложим на одну неделю. Окей, 24 бакса. Да, инвестировать. Ну вот. Значит, мы инвестировали. Теперь мы можем смотреть, что происходит, что он делает, да? То есть, вот, как-то так. Мой счет. Значит, я смогу вам бонусы. Даже у меня есть какие-то. На ночной балансе у меня 24 доллара. Ну, ладно. Значит, я попробую посмотреть, как пойдет у нас дело. Вот мой вам счет, значит. И через недельку я сделаю обзорчик, и мы посмотрим, то есть, каково это, то есть. Как вообще стоит ли не стоит вкладывать, и посчитаем за неделю либо минус, либо плюс свой, и, соответственно, сделаем, то есть, вывод. Потому что если это выгодно, я каждый месяц буду наращивать, значит, свои инвестирования, но инвестировать, естественно, буду в разных для минимизирования риска. Значит, спасибо всем за просмотр, подписываемся и следим за дальнейшими новостями.